Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о технике ПК, именно персональных компьютеров, ноутбуков, как очистить ваше пространство, особенно диск C, который программный, тремя способами. Итак, приступим. Нам нужен меню пуск, и здесь в поисковой строке можете нажать «Выполнить», либо же написать «Выполнить», и пишите «Проценты», «Темп», проценты, то есть на английском языке, жмете ОК, это будут те файлы, которые вам нужно будет удалить. Выбираете через помощью Ctrl-A выделить все и Shift-Delete. Эти файлы вам не нужны, это кэшируется сбор данных, которые компьютер собирает, вот, чтобы быстрее загружать какие-то файлы. Вот, когда вы почистили, обратно выходите, опять же через меню пуск Windows, пишите без процентов теперь темп. Точно так же нам выбивают эти файлы, другие только временные файлы, выбираете опять же тем же путем Ctrl-A и удаляете. Пропустить и все. Следующий подпункт у нас точно так же, заходим в мой компьютер, диск C. Здесь выбираете папку пользователя, у меня юзер, а вы там как себя назвали. Еще раз переходите в папку пользователя, и вам нужна будет папка AppData. Если вы ее не находите у себя, нужно будет прописать. То есть в строке выше путем опять же ставите слэш, пишите английскими AppData. И вам нужна вот эта вот нижняя папочка Roaming. Переходите в нее и здесь ищите те временные файлы, которые вам нужны для удаления. Вот, смотрите, которые вам не нужны, но в основном вам нужна папка Common и Media Cache. Это те данные, которые вам нужно будет поудалять, почистить. И ваш компьютер приобретет довольно-таки больше пространства, чем у него в данный момент есть, если вы столкнулись с такой проблемой. После того, как вы все это дело нашли, почистили, есть еще третий способ верный. Путем очистки диска C. Правой кнопкой мыши через контекстное меню нажимаем и выбираем очистку диска. То есть, кто не знал, можно использовать очистку диска. Вот. Путем так само кэширования всех временных файлов точно так же чистим. Это три. Здесь выбираете те заветные подпункты, где у вас занимает вес, чистите и все. Никаких проблем в принципе нет. Точно так же можете и с диском D использовать другими вашими пространственным хранилищем. Запомните эти три способа, три самых верных. Вам не нужно ничего заморачиваться, там каких-то сторонние программы или еще что-то, или прям сильно углубляться где-то. Это то золотое число. Три способа, которые помогут вам приобрести больше пространства, чем у вас есть. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваши комментарии. Всем пока!